Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире «Вести», в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. Ужасы столичной парковки. В центре города асфальт обрушился под весом автомобиля. Очереди в консульстве Румынии сойдут на нет. Министерство иностранных дел соседней страны запускает специальную онлайн-платформу. Польша отказалась сотрудничать с Израилем в восстановлении мемориала на месте лагеря смерти Собибор. Конкурс «Великие имена России» идет на второй тур. Масштабный проект накануне дал имена десяткам российских аэропортов, но не всем. А теперь все это и многое другое подробно. Президент Молдовы считает, что следует ожидать от парламента еще одной попытки временного отстранения его от должности. По словам Игоря Дадона, это произойдет до конца года. Также глава государства допускает, что ему и вовсе попытаются объявить импичмент. В интервью российскому новостному агентству РИА Новости президент Республики Молдова уточнил, что причиной временного отстранения может стать его отказ председателю парламента в утверждении 4 законопроектов. В их числе документ о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство здания посольства США, о праздновании 9 мая Дня Европы, о новом кодексе аудиовизуальных услуг, а также закон о переподчинении карабинеров правительству. На сегодняшний день есть вопрос об очередной временной приостановке полномочий президента и его полном снятии с должности. Попытка временного отстранения, скорее всего, произойдет до конца года, потому что существуют 4 закона, которые я не подписал, но обратился в КС за разъяснением по поводу того, насколько конституционно решение парламента. Ранее спикер Андриан Канду заявил о том, что следующий состав законодательного органа задумается о том, нужен ли вообще в Молдове институт президента. А на последнем пленарном заседании парламента спикер намекнул на возможное отстранение Игоря Дадона. Канду сказал, что глава государства своим отказом промульгировать пересмотренные законы нарушает 89-ю статью Конституции. Хочу обратить внимание господина президента Дадона, что этот парламент не нуждается в органическом или конституционном законах, чтобы отправить его в отставку. И учитывая, что этот президент нарушает Конституцию в 5-й раз, я склонен считать его незаконным президентом, несмотря на легитимность. Вы предлагаете проголосовать сразу за отставку, но существуют определенные процедуры. Поэтому мы просим юридическое управление подготовить соответствующие документы и представить их в бюро парламента. Игоря Дадона временно отстраняли от должности уже 4-жды. В 3 случаях это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров. Ранее по этому поводу высказалась политолог Анжела Калацки. По ее мнению, если парламенту кажется, что путем отстранения главы государства проблема решается, то это совсем не так. В современном обществе должна быть культура политического диалога. У нас в стране этот диалог отсутствует. Противоречия должны создавать условия для развития демократии. У нас же политические силы не хотят находить общий язык. И тогда появляются такие противоречивые решения Конституционного суда. И нам говорят, что белое – это черное, а черное – белое. В итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда нарушение Конституции интерпретируется КС как временная невозможность занимать ту или иную должность. Это вообще нонсенс, заявила Анжела Калацки. Напомним, в своем заявлении призыве по поводу завершения мандата парламента 20-го созыва президент Игорь Дадон подчеркнул, что этот состав законодательного органа полностью дискредитировал институт парламентаризма в Республике Молдова. Между тем, сегодня президент страны Игорь Дадон, который выступает за развитие стратегических и экономических отношений как с Западом, так и с Востоком, отправился с коротким рабочим визитом в Санкт-Петербург. Завтра глава государства примет участие в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза, а также в неформальной встрече руководителей стран-членов СНГ. В рамках обоих форумов Дадон намерен провести двусторонние встречи с лидерами других государств. Также состоится его встреча с руководством города на Неве. Отметим, что Республика Молдова впервые принимает участие в саммите ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя после того, как на майском заседании в Сочи РМ стала первой страной-наблюдателем в этой экономической структуре. Вернемся в Молдову. Предвыборная кампания в нашей стране официально стартует 25 января. Такое решение приняла сегодня Центральная избирательная комиссия после утверждения календарного плана организации выборов. Тех же, кто хочет проголосовать, но не может это сделать по месту прописки, ЦИК предупредил, срок подачи заявки истекает 9 января.
У политических партий Молдовы будет месяц на агитацию. Сегодня Центр избирком утвердил календарный план организации выборов. Избирателям, проживающим за рубежом, нужно успеть зарегистрироваться до 9 января. Сделать это они могут онлайн или на бумаге. От количества заявлений зависит число избирательных участков за рубежом. Сколько избирательных участков откроют за рубежом, решит правительство. Одним из определяющих критериев станут данные предварительной регистрации. Кроме того, эта цифра нужна нам, чтобы знать, сколько бюллетеней напечатать и отправить за границу. Списки людей с правом голоса проверят до 23 февраля. Что же касается протоколов, то они должны быть составлены не позднее, чем через 18 часов после закрытия избирательных участков. А в течение 48 часов все документы отправят в ЦИК. После объявления предварительных результатов их передадут в Конституционный суд. Состоялись парламентские выборы или нет, он объявит 9 марта. Прокомментировала глава ЦИКа и возможную организацию в день выборов референдума, предложенного Демпартией. Мы находимся на этапе подсчета дополнительных расходов, которые потребуются на электоральную документацию и другие процедуры. После того, как мы рассчитаем эту цифру, мы ее обсудим, а информацию передадим правительству. Только после того, как оно подтвердит, что на организацию референдума есть необходимые средства, приступим к подготовке организации плебисцита. Напомним, выборы в законодательный орган республики состоятся 24 февраля 2019 года. К другим темам. Румынские власти упрощают бюрократические процедуры для иностранных граждан, желающих получить визу на пребывание в соседней стране. Об этом сообщил посол Румынии в Молдове Даниил Ионице. По его словам, в этой связи МИД Румынии запустил специальную онлайн-платформу, которая предоставляет иностранцам полезную информацию, а также возможность избежать в консульстве очередей. Консульство еще ближе к твоему дому. Таков девиз новой комплексной информационной программы ИКОНС, разработанной Министерством иностранных дел Румынии. Ее предназначение – улучшить качество услуг, которые предоставляют консульские отделы, и одолеть бюрократию. О платформе подробно рассказал посол Румынии в Молдове Даниил Ионице. По его словам, консульская платформа является одной из самых современных в Европе. ЕКОНС – это интегрированная информационная платформа. Она включает в себя 5 информационных систем, которые работают вместе. В платформу входят колл-центр и мейл-центр. Система позволяет регистрировать заявление о выдаче документов для путешествий. Также она содержит полную информацию о визах и упрощает процедуру подачи документов для ее получения. Система сложная и полностью охватывает всю гамму услуг МИД Румынии. Хочу отметить, что эти системы несовершенны, но совершенствуются. И их совершенствованию способствуют в том числе и замечания, которые мы получаем от граждан. Ионице напомнил, что недавно власти Румынии оптимизировали и систему выдачи гражданства для молдаван, отменили сборы на консульские услуги, упростили процедуру получения гражданства для несовершеннолетних и подачу заявлений для регистрации свидетельств о рождении или о браке. По словам Ионице, ежедневно в консульский отдел Румынии в Молдове обращаются более 1000 наших граждан. И в продолжение темы сотрудничества с соседней Румынией. За отличительный вклад в продвижение румынской культуры, языка и духовности в нашей стране ряд известных молдавских деятелей удостоились наград от соседней страны. Указ об их присвоении накануне подписал президент Румынии Клаус Йоханнес. Орден Меритул Культурал вручили председателю Союза художников Геннадию Жалбе, художнице Элеоноре Романеску, литературному историку и критику Анне Банташ, актрисе Ненель Каранфил, а также исследователю Академии наук, лектору кафедры международной литературы Марии Пилкин. Награду за особые заслуги в области образования получил директор столичного лицея Георгий Асаки Борис Волосатый. Государственный орден Румынии присуждается как гражданам этой страны, так и иностранцам в знак оценки их вклада в развитие румынского языка, культуры и традиций, а также за продвижение европейских ценностей в Республике Молдова. Но вернемся к новостям внутренним. У коррупции разрушительные последствия, а их устранение стоит дороже, чем ликвидация самих причин. Такое заявление сделал лидер партии платформы «Достоинство и правда» Андрей Нестася. Он считает, что в Молдове коррупция будет процветать до тех пор, пока юстиция не станет свободной, а наказание максимально жестким. Своим мнением насчет коррупции лидер партии «Платформа достоинства и правда» подытожил конференцию на эту тему, организованную международной организацией Transparency International. Андрей Настасий считает, что принятое молдавскими властями антикоррупционное законодательство не работает. Продажные чиновники и политики есть в каждой стране, но в нашей взяточничество проникло во все институты. Коррупция породила олигархический клан. Она не дает развиваться малому и среднему бизнесу. Настасий считает, что этот феномен будет процветать
ждать, пока система юстиции не обретет независимость. Коррупция в Молдове очевидна, и она ощущается. Коррупционеры больше не боятся закона. Коррупция обеспечивает правящим партиям незаконное финансирование и аннулирует усилия оппозиции по воссоединению общества. Корреспондент РТР Молдова обращался за комментарием в Министерство юстиции, но пресс-секретарь ведомства на телефонный звонок не ответила. Заявление Андрея Настаси пока не прокомментировали и представители политических партий. Между тем, глава партии «Платформа достоинства и правда» уверен, что если граждане откажутся от попыток подкупать, то и коррупция исчезнет. Сами они тоже считают, что борьба с ней поможет улучшить социально-экономическую ситуацию в стране. По меньшей мере, в это верят 24,5% людей. Такие результаты показал последний барометр общественного мнения. Согласно этому же исследованию, феномен взяточничества беспокоит почти треть населения страны. Определились кандидатуры трех новых членов Координационного совета по телерадиовещанию. Ими стали депутат от ДПМ Корнелию Михалаке, замглавы отдела лицензирования, разрешения и мониторинга КСТР Лидия Визиру и глава юридического отдела ведомства Юлиан Рожко. Всего парламентская комиссия по культуре, образованию, исследованию молодежи, спорту и СМИ рассмотрела заявки 10 претендентов. Теперь дело за парламентом, который должен одобрить кандидатов. Члены КСТР избираются на 6 лет. Напомним, с 2006 по 2012 годы Корнелию Михалаке уже занимал пост в Совете и даже возглавлял его. Места трех членов Координационного совета по телерадиовещанию стали вакантными по окончанию мандатов Юрия Колесника, Кристины Дука и Ольги Барбелате. Бывший министр сельского хозяйства Ион Сула был назначен на должность исполняющего обязанности директора Агентства по безопасности пищевых продуктов. Решение было принято на заседании правительства. Ранее должность главы АНСА занимал Георгий Габерь. Он возглавлял ведомство с 2016 года. Причину отставки в агентстве не уточнили. Такая рокировка уже была. Габерь также управлял агентством в 2013-2014 годах. Однако на 2 года покинул этот пост и занял место замминистра сельского хозяйства. На его место заступил Ион Сула, который перешел в агентство с должности заместителя министра сельского хозяйства. Далее поговорим о новостях столичных. Ямы для главного города страны – дело привычное. Еще одна появилась возле законодательного органа страны. Сегодня утром на улице Сватулцерия асфальт провалился прямо под колесами автомобилиста. Ранее здесь проводили работы сотрудники мунпредприятия «Апоканал». По словам местных жителей, ремонт продлился несколько месяцев. Неудачным выдалось утро для одного из столичных водителей. Во время парковки колеса автомобиля провалились под асфальт. Под слоем дорожного покрытия зияет дыра, ни подпорок, ни насыпи. Зону оградили, прохожим рекомендовали обходить участок по другой стороне улицы. Местные жители убеждены, что яма появилась в результате недавнего ремонта. По их словам, работники АП-канал несколько месяцев копали, после чего переделывали свою работу. Это уже привычное для нас дело. Здесь же работы проводились недавно. Вот они делали на спешку. И смотрите, что получилось. Хорошо, что не умер никто. Безответственность. Ну, если бы немножко построже, вот за это у вас, что они сейчас сделали, пошли бы за свой собственный счет. Самого владельца автомобиля на месте не было, однако там работали сотрудники мунпредприятия АП-канал. Как удалось выяснить нашей съемочной группе, на Сватулцере между улицами Антон Карапчану и Букурешть с августа проводили работы по замене канализационного коллектора. Ремонт проводился в рамках программы реабилитации сетей водоснабжения канализационных труб. Недавно все заасфальтировали. Причину, по которой асфальт обвалился, сотрудники АП-канал назвать не смогли. Они лишь объяснили, что заняты устранением последствий коммунальной аварии. Обратитесь в пресс-центр, они вам предоставят информацию. Мы организовываем работы. Однако все звонки в пресс-центр АП-канал остались без ответа. Приемной мунпредприятия корреспонденту РТР Молдова сказали, что пресс-секретаря сегодня нет и заменить ее некому. За разъяснениями мы обратились к техническому директору Андриану Чекан. В телефонном разговоре он сообщил, что пострадавший автомобиль был эвакуирован. Сама территория не опасна, пешеходы и автомобилисты могут свободно передвигаться. Был огражден только участок, где произошел сам инцидент. Обстоятельства происшествия выясняются. Наталья Фомина, Руслан Каунов, «Вести Молдова». А теперь о приятных столичных новостях. Дыхание морозного праздника все ближе. И пусть погода сегодня совсем не зимняя, настроение горожанам создает символ Нового года. На главной площади страны нарядили искусственную елку. Ее украсили шарами красного и серебристого цветов и укутали гирляндами. О других новостях далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой».
Личные дела всех студентов медуниверситета подвергнутся тщательному изучению. Такое решение приняла специальная комиссия после того, как в Израиле открыли уголовное дело под названием «Лицензия на убийство». В нем фигурируют бывшие студенты-медики, получившие образование в Молдове и Армении, дипломы которых оказались фальшивыми. При этом подозреваемые вели врачебную деятельность. Университет медицины и фармацевтики опубликовал пресс-релиз, в котором заявил, что это бездоказательное на данный момент упоминание Молдовы наносит удар по имиджу нашей страны и самого вуза. Официальных запросов со стороны Израиля пока нет. В состав комиссии, которая предстоит изучить личные дела студентов, вошли представители Министерства здравоохранения и Министерства образования. Минус одна парковка в центре столицы. На радость пешеходам по распоряжению мэрии. На проспекте Штефана Челмари от улицы Пушкина до Эминеску установили столбики. Работы провели накануне, и в планы городской администрации входит ограждение всей пешеходной части проспекта от Каля Ешелор до Негруцы. Как водится, мнения автовладельцев и тех горожан, которые пользуются общественным транспортом, разошлись кардинально. В то время как первые считают, что проблему с парковками эта мера лишь усугубит, вторые радуются свободному от машин тротуару. Несмотря на изобилие мнений скептиков, европейская интеграция для Молдовы по-прежнему возможна. Такое мнение высказал посол Румынии в Молдове Даниил Ионице в ходе одной из телепередач. Он заявил, что во многих аспектах страна является европейской, и для продолжения этого пути предпосылок у нее достаточно в каждой сфере, от культуры до экономики, которая уже пульсирует в одном ритме с европейским пространством. Кредит в 5 миллионов евро предоставил одному из молдавских банков Европейский банк реконструкции и развития. Средства предназначаются для кредитования малых и средних предприятий Молдовы для приведения продукции в соответствии со стандартами ЕС. Для молдавских компаний необходимость повышения конкурентоспособности сохраняется. На рынке Евросоюза приходится бороться за иностранного покупателя, а на внутреннем – за отечественного, поскольку уровень импортной продукции пока еще оказывается выше по многим параметрам. Густой туман вмешался в расписание авиарейсов и сорвал планы сотен пассажиров, которые надеялись вовремя вылететь или приземлиться в международном аэропорту Кишинев. С опозданием вылетели самолеты в Милан, Киев и Стамбул. Рейсы в Варшаву, Бухарест, Лиссабон и Дублин пришлось и вовсе отменить. Некоторые перенаправили. Представители аэропорта заверили, что нормальный режим работы будет восстановлен, как только туман рассеется. Больше всех в столице получают работники сферы IT. В среднем 14 300 леев. Следом идут сотрудники предприятий по производству поставки электроэнергии, газа, воды, кондиционирования воздуха. В среднем им платят немногим более 12,5 тысяч леев. На 500 леев меньше получают работники финансовой и страховой отрасли. Самые низкие зарплаты в сфере отдыха и развлечений. В среднем они не дотягивают до 5 тысяч леев. Таковы данные за третий квартал 2018-го. В Молдову прибыл знаменитый советский актер и режиссер Сергей Никоненко. Он представил литературно-музыкальную программу «Знакомый ваш Сергей Есенин». Гость выступил в Кишинеу и в Тирасполе. Залы собрали полный аншлаг. Жители городов хотели своими глазами увидеть российскую знаменитость, знакомую по множеству кинокартин, ставших любимыми. Актер сыграл в 157 фильмах и 46 сериалах. В десятках кинолент выступил в качестве режиссера или сценариста. Продолжаем выпуск. 27 лет со дня своего основания отмечает бригада специального назначения «Фулджер». Сегодня бойцов поздравили представители Министерства внутренних дел и Генерального инспектората полиции. За заслуги перед Родиной им вручили специальные награды. Батальон специального назначения «Фулджер» основали 5 декабря 1991 года. По случаю годовщины в столице провели торжественное мероприятие. Участие в нем принял министр внутренних дел Александр Жиздан. Он поблагодарил бойцов за мужество и отвагу. Наша страна еще 27 лет назад решила, что ей нужно подразделение, которое сохраняло бы ее суверенность и независимость. Как и наша страна, «Фулджер» обрел идентичность. Это подразделение, где мужчины становятся еще более мужественными, а смелость воспринимается не так, как ее видят другие люди. Александр Жиздан пожал руку каждому бойцу «Фулджер». Отличившиеся получили от МВД почетные дипломы. Поздравил подчиненных и глава бригады Василий Ивас. В течение 2018 года каждый из вас получил мотивацию в виде повышения зарплаты и оснащения техникой. Это было сделано за вашу доброту и в знак уважения, чтобы вы и дальше работали для Республики Молдова.
Поздравления в адрес Фулджер адресовал и глава Генинспектората полиции Александр Пензарь. В соцсетях он выразил признательность и уважение всем героям, которые боролись за то, чтобы сегодня у нас была такая сильная команда. Продолжим выпуск новостями спорта. Чемпионат Молдовы по дзюдо в этом году собрал более 150 спортсменов. Президент Национальной федерации дзюдо Андрей Голбан отметил, что первенство прошло на высшем уровне. Он добавил, что именно здесь отбираются спортсмены, с которыми наша страна попробует пройти квалификационные отборы для участия в Олимпийских играх в Токио. О других новостях отечественного спорта, прошедших и только предстоящих, расскажем в традиционном обзоре. В Бричинь состоялось открытие нового спорткомплекса. На торжественном мероприятии присутствовал и президент Молдовы Игорь Дадон. Глава государства выразил надежду на то, что это место станет излюбленным для всех горожан, и призвал детей и взрослых вести здоровый образ жизни. Спортивный объект был открыт в рамках национальной программы реабилитации спортивной инфраструктуры по всей территории страны. В Камуни-Чуреску состоялся фестиваль «Спорт. Равные возможности». В рамках мероприятия, посвященного Международному дню людей с особыми потребностями и 50-летию создания движения Special Olympics, десятки детей участвовали в различных спортивных состязаниях. Гостями праздника стали игроки национальных футбольных сборных Молдовы. Дети получили возможность пообщаться с профессиональными спортсменами, получить автографы и сфотографироваться на память. Международный турнир по боксу, посвященный памяти заслуженных тренеров Молдовы Бориса Петухова и Григория Цисаря, пройдет в городе Белц. В соревнованиях примут участие сильнейшие боксеры из Украины, Беларуси, Румынии, России и Молдовы. Чемпионат стартует 6 декабря в 15:00 в местном ДК и продлится до 8 числа. Всех любителей спорта и поклонников бокса приглашают поболеть за спортсменов. Вход бесплатный. Новая победа для Молдовы. Спортсмен Федерации «Воевод» Денис Николаевич занял первое место на турнире «Danger Super Fight» в Тимишоаре. Как отметил боец на своей странице в соцсети, это достижение стало для него новым опытом и мотивацией для хороших результатов и в предстоящих боях. Также он поблагодарил всех тех, кто помогает ему в подготовке и поддерживает. 7-ю победу подряд в баскетбольном чемпионате России одержал клуб воспитанницы молдавского баскетбола Натальи Виеру. Команда УГМК из Екатеринбурга одолела спортсменок из Енисея со счетом 113-76. Наталья провела на площадке 17 минут и 8 секунд, набрав 11 очков и совершив 4 подбора на своем и чужом счетах. Вместе с курским «Динамо» УГМК лидирует в чемпионате России. У каждой из команд по 7 побед. Сейчас короткая реклама, сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире «Вести», и мы продолжаем говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к основным новостям из рубежа. Россия неукоснительно соблюдает положение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и американской стороне это известно. Так, российский МИД прокомментировал очередной демарш Вашингтона, который накануне фактически поставил ультиматум, заявив, что США начнут процедуру выхода из договора, если Россия не вернется к исполнению соглашения в течение 2 месяцев. Накануне в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео фактически выдвинул России ультиматум, объявив, что Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из договора о ликвидации ракет, если Москва не вернется к исполнению соглашений в течение 60 дней. Но зачем России возвращаться, если она и не выходила? Задались вопросом в российском медиа. Но США моментально поддержали все члены НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом. В ответ глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обратил внимание на то, что Вашингтон так и не предоставил доказательств нарушения договора со стороны России. Подобная аргументация, подчеркнул Косачев, удивляет отсутствием логики. Свою оценку заявлению Помпео дала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. В российской стороне никто официально, неофициально, никаким образом не передал никаких материалов, данных, фактуры, которая свидетельствовала бы о том, что российская сторона, опять же, каким-либо образом нарушает или не выполняет добросовестно положение указанного соглашения. Вновь подтверждаем нашу неизменную позицию. Договор – одна из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности.
Польша не хочет сотрудничать с Израилем в восстановлении мемориала на месте лагеря смерти Собибор. Причины пока неизвестны. Однако в Тель-Авиве считают, что доводы историков и археологов, стремящихся сберечь артефакты страшного прошлого, попросту не вписываются в националистическую доктрину действующего польского правительства. Напомним, ранее Варшава исключила из процесса реставрации мемориала сначала Россию, а потом Голландию. В настоящий момент строительные работы идут прямо на месте массовых захоронений жертв нацистов. Власти Польши, пригласившие к восстановлению мемориала на месте лагеря Собибор, Россию, Израиль, Нидерланды и Словакию, летом 2017 года без объяснения причин отказались сотрудничать с Россией. Затем пришла очередь археологов из Голландии и Израиля. Им запретили работать в бывшем лагере смерти. Чуть погодя, к Собибору подтянули тяжелую строительную технику. Бульдозеры и экскаваторы роют котлованы, прокладывают коммуникации, заливают асфальт там, где стояли бараки, где дорогой смерти людей вели в газовые камеры, где земля до сих пор хранит обожженные кости убитых людей. Сейчас там стройка с огромными ямами. У них есть план строительства там, где мы нашли газовые камеры. Они тянут водопровод там, где тела погибших на вагонетке свозили в ров. Они строят парковку на месте лагеря. Нацисты в 43-м снесли лагерь. Сейчас строители мемориала уничтожают его останки. С нами никто не советовался. В своих показаниях комендант Собибора Франц Штангель напишет, что эшелон из 30 вагонов, доставлявший в лагерь 3000 узников, они уничтожали за 3 часа. Иногда составы приходили один за другим, и газовые камеры работали по 12 часов подряд. За 16 месяцев здесь отравили газом и сожгли более 250 тысяч человек – стариков, женщин и детей. В Третьем рейхе это называли окончательным решением еврейского вопроса. Но 14 октября 43 года пленный красноармеец Александр Печерский возглавит единственное успешное в годы Второй мировой войны восстание в лагере смерти. Красноармеец Александр Печерский, безусловно, был центральной фигурой восстания. Именно он придумал смелый и дерзкий план, дал задание другим заключенным, собрав вокруг себя тех, на кого можно положиться, и повел узников к свободе. В сегодняшней Польше подвиг красноармейца вызывает сложные чувства. Отказ сотрудничать с Россией при строительстве мемориала, разрыв связи с израильскими археологами, стремившимися сберечь артефакты страшного прошлого, по сути поставили крест на международном проекте. В Израиле считают, что доводы историков не вписываются в националистическую доктрину действующего польского правительства. О других темах на международной арене. Задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков содержат в московских СИЗО. Им предоставили теплые вещи, троим раненым морякам в полном объеме оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По ее словам, жалоб моряков нет, и они уже связались со своими родственниками. Украинских моряков содержат в Матросской Тишине и в Лефортово в двухместных камерах, но по одному. И первое, о чем сегодня попросили задержанные московского омбудсмена – подселить к ним соседей. Скучно без человеческого общения. Сегодня принято решение переселить всех по два человека. Многие попали во вновь отремонтированные камеры, где есть хороший холодильник новый, плазменный телевизор. И поэтому условия содержания вполне нормальные. Татьяна Потяева поговорила с каждым и выяснила, что условиями содержания все довольны. Все без исключения могут гулять во внутреннем дворе, причем и о теплой одежде позаботились. На сегодняшний день они все обеспечены теплой обувью, им выдали, теплую одежду, выдали все необходимое для прогулок, шапки теплые. По словам Татьяны Потяевой, раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь, и они быстро идут на поправку. Как только будет разрешено посещение, к задержанным непременно пустят и украинских дипломатов, и омбудсмена. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся под стражей до 8 февраля. Тверской районный суд Москвы сегодня продлил их арест на 2 месяца. Таким образом, Новый год полузащитник Краснодара и нападающий «Зенита» встретят в СИЗО. Напомним, футболисты оказались в следственном изоляторе в результате заведенного против них уголовного дела по статье «Хулиганство». Мамаев и Кокорин стали участниками нападений на нескольких людей, среди которых был чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель известной телеведущей Ольги Ушаковой. Далее о капризах погоды за рубежом. Российский Дальний Восток оказался во власти нового мощного циклона. Стихия накрыла Колыму и Камчатку. В регионе сейчас бушует снежная метель. В Петропавловске-Камчатском объявлено штормовое предупреждение. Высота волн на побережье может достигать 9 метров. Из-за непогоды в школах отменены занятия, отложены авиарейсы, объявлена лавинная опасность. На улицах гололед и снежные заносы. Коммунальщики чистят в первую очередь трассы и подъездные пути к школам, детским садам и больницам. Такая же
ситуации в Магадане. Водители там жалуются на плохую видимость на дорогах. На Колыму циклон пришел из Японского моря. Он принес штормовой ветер. Его порывы достигают 30 метров в секунду, и, как говорят синоптики, это далеко не предел. К вечеру ветер может усилиться еще больше. Замело и в Новосибирске. Не дожидаясь спасателей, люди сами там помогают друг другу. Именно так поступил водитель трамвая, вытянув из сугроба застрявший автомобиль. Еще новости из этой страны. Конкурс «Великие имена России» идет на второй тур. Масштабный проект накануне дал имена десяткам российских аэропортов, но не всем. Жаркое противостояние развернулось не только между именами кандидатов, великими музыкантами, художниками, учеными, но и между разными аэропортами за одного и того же кандидата. Кто определился с названиями, а где еще предстоит голосовать, узнаем в следующем репортаже. Имена для крупнейших аэропортов выбирала вся Россия. Финал 124 имени для 47 аэропортов по всей стране от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. О масштабе проекта красноречивее слов говорят, конечно, цифры. 5 миллионов голосов со всех регионов Российской Федерации. Бюллетени везли в Нижний Новгород сотни тысяч огромных коробок. Почти сутки волонтеры вели подсчет. Имена звонкие и узнаваемые выбирали в интернете, на борту самолета и даже в космосе, на Международной космической станции. По-моему, здорово, потому что все наши великие писатели и музыканты известны на весь мир. И теперь будем летать к ним в гости. Будем гордиться. Теперь великие имена будут встречать и провожать пассажиров российских аэропортов. В Новосибирске Александр Покрышкин, первый в истории трижды герой Советского Союза, непревзойденный летчик ас, мастерству которого не было равных. Мы за него голосовали, мы его очень любим, поэтому мы рады. Голос навсегда в сердце. Лучший баритон знают и любят по всему миру. Теперь он будет звучать в названии Красноярского аэропорта. Дмитрий Хворостовский. Если человек довольно популярный, его любят и за рубежом, и у нас. Это раньше перелет из Москвы в Симферополь был обычным рейсом. Теперь самое настоящее путешествие по страницам истории и литературы. От солнца русской поэзии Шереметьева имени Пушкина к маринисту номер один. Крымский аэропорт имени Айвазовского. Вот представьте, мы прилетаем в аэропорт Айвазовский. Мне кажется, это звучит. Мы болели за Айвазовского. Мы всем сердцем хотели, чтобы был Айвазовский. Хороший, замечательный художник. И подходит, конечно, и море красивое. Главной интригой конкурса стала борьба за повторяющиеся имена. Так, например, Пенза и Минеральные воды буквально сражались за Михаила Лермонтова до последней минуты голосования. Разница между первым и вторым местом всего 2%. Победа за Минеральными водами в Пензе уже в ближайшее время пройдет второй тур. Таких спорных случаев несколько. Повторное голосование ждут в Архангельске. Там Ломоносова уступили московскому Домодедово. Выбирать новое имя будут и в Нижневартовске. В списке три фамилии. Без своего основателя Петра I остался и Санкт-Петербург. Именем первого императора будет названа воздушная гавань Воронежа. В северной столице пройдет второй тур. Причем голосовать смогут только жители региона. В Москве будут выбирать имя для Внукова. В битве за Сергея Королева столичный аэропорт проиграл Самаре. Это очень непростая ситуация. И как никого не обидеть? И здесь же наш проект, он же не нацелен на то, чтобы сделать хуже. Наш проект нацелен на то, чтобы историю люди больше изучали. Историю теперь будут изучать в терминалах аэропортов. В каждом из них появится экспозиция о великом имени, в честь которого назвали воздушную гавань. Неизменным останется прежнее название. Новое лишь его дополнит. Лучшим в мире городом для культурного туризма признан российский Санкт-Петербург. Церемония вручения самой престижной туристической премии мира World Travel Awards прошла в Лиссабоне. В своей номинации «Город на Неве» обошел таких претендентов, как Париж, Лондон, Рим, Венеция и даже Нью-Йорк. Также Петербург признали лучшим направлением в Европе для круиза и лучшим местом, чтобы познакомиться с культурным наследием. Победителя выбирало профессиональное жюри, а также обычные туристы в несколько этапов по многим категориям, в том числе по качеству сервиса, удовлетворенности гостей и безопасности. К слову, за безопасность культурных объектов, например, легендарного Эрмитажа, отвечает специальный батальон Росгвардии. По словам ее сотрудников, патрулирование в знаменитой галерее – это не просто служба, а служение искусству. Макаров, боевые патроны и красивые руки, которые так споро справляются с оружием. На дежурство в Эрмитаж заступает самообразованный батальон Росгвардии. Тревога. Манеж малого Эрмитажа, как поняли. Приняли. При подготовке личного состава это основное направление физическая подготовка, владение табельным оружием, владение специальными средствами на случай непредвиденных обстоятельств, ну и самое главное это культурное вежливое обращение с гражданами. Пройти по галерее истории древней живописи, свернуть в испанский зал и на пару секунд приостановиться у блудного сына Рембрандта. Старший сержант Анна Биллер патрулирует Эрмитаж 10 лет.
Когда люди спрашивают, куда в первую очередь идти, естественно, я направляю Иорданская лестница и на вторые этажи идти смотреть Италию, Францию, Нидерланды, Голландию. Сотни залов Эрмитажа – настоящая энциклопедия. Получается не просто служба, а служение искусству. Специальный батальон Росгвардии расположен в бывших казармах Преображенского полка, а самое близкое к Эрмитажу здание – сокровищница всегда под защитой. Учитывая современность, когда очень много рисков, очень много опасностей, иметь таких соседей рядом – это очень, очень хорошо. Тем более, когда эти соседи не просто рядом, а когда они участвуют в защите, в охране и нашего здания, и наших коллекций. От открытия до закрытия, потом снова проверка, не осталось ли в залах забытых вещей. Огромный музей может работать спокойно благодаря службе Росгвардии. А теперь о современных литераторах. 7 романов и одно эссе. В Московском доме Пашкова прошла торжественная церемония награждения литературной премией «Большая книга». В этом году в числе финалистов 8 авторов и отдельная награда лучшему блогеру, который пишет о современной русской литературе. О том, кто стал победителем, в нашем следующем репортаже. Первое место в 13-м розыгрыше национальной литературной премии «Большая книга» присуждено книге Марии Степановой. Памяти, памяти! Главная премия для писательницы Марии Степановой стала полной неожиданностью. Книгу «Памяти, памяти» она называет романсом, который нужно читать очень медленно. Моя книга о памяти, об отношениях с прошлым, о том, как устроена современность и как она тесно связана с людьми, которые жили до нас. В год невручения Нобелевской премии по литературе «Большая книга» – книжная премия с одним из самых значительных денежных фондов. Победитель получил 3 миллиона рублей. 7 романсов и одна книга-эссе. Вторая премия у Александра Архангельского с его романом «Бюро проверки» о богоискателе в позднюю советскую эпоху. Моя книга о поисках веры в эпоху без веры. Действие разворачивается в 80-м году во время Олимпиады. Еще один заметный лауреат премии – Евгений Гришковец с мемуарным романом «Театр отчаяния. Отчаянный театр». Это история... призвание человека. Это книга про юность, про то, что называется становлением. И в ней много разных жизненных приключений. Победителя определила Литературная академия жюри премия. В ее составе 110 человек – писатели, издатели, критики, журналисты. «Большая книга» хочет сказать очень простую вещь, что в этом году, как и всегда, впрочем, даже самим списком финалистов она претендует на то, чтобы по-новому разметить литературное пространство, а может быть, не только литературное. Также назвали победителя новой премии «Литблог». Ее вручили лучшему книжному блогеру, который пишет о современной русской литературе. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.